Познакомились с афишей. В Музее театра драмы прошла пресс-конференция, посвященная открытию 3-го Всероссийского театрального фестиваля имени Олега Янковского. В этом году его продолжительность будет 2 недели. Открывается фестиваль в следующий вторник, 11 ноября. В рамках фестиваля наш город посетят выдающиеся деятели театра и кино из Москвы и Израиля, среди которых Михаил Пореченков, Константин Райкин, Евгений Миронов и Игорь Яцко. Все спектакли пройдут на сцене драматического театра имени Слонова. Исключение составит лишь оркестр Спивакова. Свой спектакль «Признание в любви» они будут играть на сцене театра оперы и балета. Особое внимание организаторы уделяют приезду Иерусалимского театра «Микро». Постановку зрители увидят на иврите. Для тех, кто языка не знает, перевод будет транслироваться на специальных экранах. Особое место в программе фестиваля занимает спектакль «Карамазовы». Это единственный спектакль, в котором занят сын Олега Янковского Филипп. Продлится фестиваль до 24 ноября. Билеты на многие спектакли фестиваля уже распроданы. Когда-то давно он заканчивал Саратовское театральное училище, курс Алексея Бострякова. И нам хотелось, чтобы фестиваль был собран по простому принципу, чтобы люди, которые живут в этом городе, знали, что здесь есть замечательная театральная школа, те, кто еще не знает. И мы хотели собрать афишу фестиваля, прежде всего из спектаклей, в создании которых принимали участие выдающиеся выпускники этой школы.